В этом году полтора десятка дворов Архангельска преобразятся благодаря активным жителям. Они сами решали, что им нужно на придомовых территориях, подавали заявки на участие в программе формирования комфортной городской среды. Сегодня в разных округах столицы Поморья уже кипит работа. Накануне ее оценил глава Архангельска Игорь Годзиш и наш Алексей Карельский. Время разбрасывать камни и укладывать их в основание парковки. Расширить территорию под авто, выложить плиткой тротуар, посадить декоративные растения пожелали жители дома номер 3, корпус 1 по улице Мира в Цигламени. Все в рамках программы «Комфортная городская среда». Процесс ее формирования оценил и глава Архангельска. Игорь Годзиш побывал на объекте и указал на недочеты. Тут колодец перекошен, там ступени хлипкие. Тут деревянные, надо будет предусмотреть это, рассмотреть с управляющей компаниями возможность замены вот этого всего, да? Двор дома номер 354 на Ленинградском вскоре обретет законченный вид. Второй раз попал в программу благоустройства. Следующий этап – детская площадка, спортивная площадка, площадка для отдыха, контейнерная площадка. С контейнерами не доработали, не учли сортировку мусора. Места для дополнительных контейнеров под раздельный сбор в новых площадках должны быть предусмотрены. Во дворе дома номер 31, корпус 3 по улице Воронина будет и детская площадка, и парковка. Но пока лишь спиленные деревья. Мера, говорят жильцы, вынужденная. По санитарным нормам, да, по санпинам, деревья должны быть посажены не ближе 5 метров от дома. К сожалению, здесь нормы не соответствуют. Вместо деревьев высадят низкий кустарник и цветы. Вопрос зеленых насаждений встал и в парке на Ленинградском. С одной стороны, проект его благоустройства поддержали тысячи горожан. Нам хочется, чтобы для малышни здесь сделали площадочки, дыхательные качельки, карусельки. Однако группа общественников выступила против вырубки деревьев под площадки. Нашли компромисс. Планы по спиливанию сократили вдвое. Изменения коснулись не только растительности. Общественники предложили вот главе города поменять асфальтовую, часть асфальтовых дорожек на дорожки из отсева, как вот в Петербурге. Красный отсев, фракция 05. По ним гораздо приятнее будет ходить в кроссовках, в спортивной обуви. Учесть мнение всех сторон. Именно эту задачу помогают решить встречи с населением и подобные рабочие поездки. Где бы мы ни были, да, есть те или иные замечания, связанные как раз с степенью благоустройства, уровнем выполненных работ, стыковкой того, что выполняется, с тем, что существует. Сравнить, что было с тем, что стало в парке, мы сможем через пару месяцев. Работы должны быть завершены до 1 октября. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29.